Ну что, ребят, возвращаемся в прямой эфир. Всем еще раз привет, всем доброго вечера, тем, кто живет по времени СНГшному, да, но более-менее, по московскому, киевскому и так далее. А, кому-то может быть доброе утро где-то там на Урале, правда, там не совсем понимаю, сколько времени. Ну ладно. В любом случае, мы с вами собрались здесь, чтобы посмотреть первый игровой день Dota Pit Лиги, сезона второго. Первый матч у нас продолжается, первую карту Virtus.pro выиграли, и сейчас карта под номером 2. Вторая, последняя карта, ребят, не будет третий решающий случай, если будет равный счет, просто команды разойдутся, что называется, с ничьей, заработав по одному очку в группе и останутся довольны. Ну, так ли оно будет, или все-таки 2-0 в пользу Virtus.pro, узнаем вот в ближайший час, я думаю. Поехали пики, SNA за Рейдентов, за Дайр, Virtus.pro, Polar. Ребята поменялись сторонами, ребята сменили сервер, и теперь уже, я вам еще раз напомню, что катать Virtus.pro будут на своем сервере, на европейском Люксембурге. Но вот дядь Миша и его компания придется немножечко сложновато. Все-таки теперь им предстает играть с пингом. Посмотрим. И вижу я пики, и у меня уже складывается ощущение, что, по-моему, Virtus.pro нашли. Нашли свой пик, нашли сигнатурного героя нового для Иллидана. Помним, раньше катал он все время на Рейскинге, это его сигнатурочка была. Теперь у него Медуза. Да, Магнус плюс Медуза, первые два пика от Габлака. Хорошо. СНА забирает Бримастера в банах. Разор ДП, минус Кавров Маг и минус Клинкс. Окей. Ну, теперь мы уже знаем, чего ожидать от Иллидана, вообще чего ожидать от игры Virtus.pro, на что они будут надеяться, чем будут вытаскивать. Самое интересное, сделали какие-то выводы ребята из SNA. То есть, как против Медузы играть? Может быть, сейчас не стоит на нее забивать по началу игры. Может быть, стоит нон-стоп гангать. Потому что, если вспоминаете начало предыдущей карты, вы помните, что там Иллидана, в принципе, оставляли в покое. Его не гангали вообще. Он находился на фрифарме на легкой линии минут 20. И это, в принципе, позволило купить им очень быстрые хорошие артефакты, которые, в принципе, и привели его к победе. Вот, так что надо, наверное, с ней поиграть поактивнее. Просто побегать, погангать, какие-то два мощных суппорта взять и устраивать колбанк какую-то. Ну, для этих целей уже есть Бримастер. Ильдимаг. Я аж даже подавился. Так, что-то в этой доте явно изменилось, ребят. Я уж не знаю что, но что-то точно поменялось. Вроде не пропадал никуда, вроде на год в армию не уходил, но, блин, дота просто изменилась в край за последнюю неделю после этого нового апдейта, потому что, ну, когда вы, скажите мне, увидели последний раз антимага и медузу в одном пике? Скажите мне, ферст пиками причем, в первой стадии, когда? Да не было такого, уже миллион лет назад. Может быть, и был такой последний раз. Беда, беда, ну... SNA просто нашли контру. Антимаг, да, действительно, один из тех персонажей, немногих персонажей, которые вроде как в лейте Медузу убивает. Лишаешь маны Медузу и с мановойда, в принципе, отправляешь таверну. Вроде это понятно, план хороший. Посмотрим, посмотрим, удастся ли все-таки этого антимага реализовать. Ван отправляется в спиритбрекер, SNA убирают сигнатурочек теперь команды Virtus.pro. Убирают тех героев, на которых тащили ВП. Минус Void. Ну, судя по всему, минус Тайтхантер последует сейчас. Давай Тайтхантера товарищу Фобусу я бы вообще не рекомендовал. Потому что Фобус очень жесткий, с Вена забанили. Ну окей, минус Вен. Ну тут начинается такой троллинг элитный в чате, там почитываю периодически twitch.tv/adekvat, поэтому заходите, пишите что-то. Говорят, тут БКБ прижимать не нужно, поэтому, говорит, хорошо заходит. Хорошие комменты, минус Котл, тем временем Shadow Demon в пике от ВП. И дальше смотрим, чем ответит DC. Ну, Shadow Demon, такой намек, наверное, на какую-то Мирану, да, четвертым пиком. Самое распространенное в последнее время дабла саппортов. Ну или семикерри, как угодно. Спрашиваю, 4 замены? Нет, ребят, просто у них команда, видимо... Нет, команда создана, вот она называется Sneaky Kings Assassins, просто ребята не вступили в эту команду в сообществе, поэтому пишется, что стендин играет. Нет, на самом деле все хорошо. Также и Скандал, вот не вступил просто в снова созданную команду Virtus.pro Polar в сообществе, в клиенте Dota 2, поэтому у него так пишется стендин.
Ну что, Рубика забирает себе SNA. Ну, интересно, интересно. В принципе, я бы не сказал, что здесь прям уж гипер какие-то крутые способности, которые можно своровать. Ну, возможно, разве что ультимейт Медузы, да, как-то вот стоит обратить внимание на эту способность Рубику, да, в замесе и пытаться ее использовать в свою сторону. Ну, посмотрим. Пака забирает ВП. Ну, скандал на паке отыгрывал. Так, ну, в принципе, скажем, был не особо заметен. Опять же, на фоне Фобоса и Лидана, например, да, с отличными ревейджами и рапирками. Но в целом свою роль исполнял. Врывался, прокасты выдавал, хиксил, в общем-то, где-то мансовал, где нужно было. Так что претензий к скандалу быть не может. Да, какая может быть претензия к команде, которая победила, правильно? Правильно. Победа была, это самое важное. Минус Эншта Паришин, точнее плюс Эншта Паришин к СНА. Что Паришин, Рубик. Куда это все? К чему это ведет, TC? А, минус Никс. Ну, понятно, что вроде как система 4 плюс 1 должна работать у SNA, то есть антимаг фармит, 4 персонажа развлекают публику, да? Развлекают нас, развлекают команду противника, развлекают всю карту. Та же самая схема примерно будет и у ВП. Медуза фармит, остальные бегают и дерутся. Ну, я не знаю, что же за план такой, ластпиком кого брать. То есть, по идее, нужен какой-то оффлейнер. Миран как раз-таки банится из-под шаду демона. Это было очевидно. По-прежнему не забанен у нас таки оффлейнер, как Кентавр Тайтхантер. Пока игнорирует свои команды. Огармак от ВП. Да, Огармак у нас тоже достаточно неплохо был поднят в последнем патче. Мы помним эту вот жуткую просто... Ап его, да, когда подняли ХП реген с 0.25 до 2.5 ХП в секунду, то есть в 10 раз практически. Были еще какие-то другие изменения. Немножечко увеличили мультикаст. Огармак действительно как суппорт стал более юзабельным. Мультикасты очень часто начали срабатывать. Это даже было заметно и по паблик играм. Да и те матчи, которые мне довелось прокомментировать. Там на StarLadder и так далее. Там тоже Огармак заезжал весьма неплохо. Так что пик добротный. Ну и тепларочку себе SNA решили забрать. Ну, не знаю, ребят. Пик очень ситуативный SNA. Сложно сказать, смогут ли они этим пиком как-то выиграть у ВП. Ну, все покажет время. Так, давайте включаем ингейм и поехали наблюдать. Еще раз, ребят, напомню, что эту игру помимо нашего канала можно смотреть также и в Dota TV. Для этого нужно будет приобрести билетик. Стоимость билетика 350 рублей, 10 баксов. Кому как удобнее, в общем-то. Ну и там тоже, конечно, англоязычные, русскоязычные, китайскоязычные комментарии вы можете послушать. И, конечно же, смотреть в самом лучшем разрешении. Принять участие в розыгрыше шмотка, который там выпадает при определенных стриках. В общем, думаю, не первый день вы на стримах сидите, так что все прекрасно знаете. Ну а лучше всего, конечно же, заходить на twitch.tv/adekvat, писать там что-то в чатике, общаться. И это самое крутое, что вы можете сделать. Да, ну это самое главное, я не упомянул тоже, тут мне сейчас начнутся волны агрессии. Вместе с билетом на Dota Pit League идет и сет на лича. Вот, так что можете оценить, какого фантасета. Я его еще не видел, я только, ну так, внешне на картинке наблюдал, что это за сет, а вот потестить мне его не удалось. Так что сами, если хотите, тестите. Итак, давайте смотреть за карты. ETC на Templar Assassin Solo Mid пошел, аж на легкую линию фармить антимагом. Два саппорта Fluff and Stuff на Эйнштейн Паришни, Whitebeard на Рубике. Ну и Брюмастер от X-Майков сложно идет. Вот так вот. Поэтому для меня, конечно, Templarочка пик был немножко неожиданным. Я все-таки думаю, что Брюмастер Solo Mid какой-то дефолтный более-менее расклад. Ну вот, сложную X-Майк забрал себе этого Брю. Окей, ну и Virtus.pro. И Лидан, конечно же, будет играть на Медузе. Два саппорта Лил на Шаду Демоне, Габлак на Огармаге. Фобос, кстати, взял себе, посмотрите, пак, и Магнус будет стоять на смидлене от скандала. Интересно, интересно очень решение. Немножечко не дефолтные, скажем так, расстановочки будут. Пока пробежались, поставили варды.
Сентривар тоже достаточно хороший. Ну, очевидно, что практически в 99% случаев, наверное, да, все-таки трипла с антимагом отправляется в легкую линию. Сложно идти с антимагом достаточно трудно. О, хорошо, Whitebird прям перед носом взял и баунти руну. Не, не баунти, он иллюзий как раз таки убил, а баунти руну поднимает на топе Иллидан. С антимагом сложно, сильно, сложно с антимагом идти в сложную. Так, это у нас масляное масло получилось, но вы поняли, что я хотел сказать. Поэтому сразу же Virtus.pro пробежались, поставили как раз таки в лесу сентришник, дабы исключить возможность сделать какие-то пулы. Ну и чтоб суппорты воровали экспу у антимага. Так, ну здесь у нас, конечно, какая-то трипла намечается пока. Так, Флаффенстафф, вот он, станет не сталка, Блак, на самом деле. Тут, видимо, как-то в туман войны забежал у нас на секундочку Флаффенстафф, поэтому Габак растерялся. Не получилось инициировать, но зато ребята из СНА теперь видят, что трипла против них. Причем трипла достаточно серьезная, трипла, где три персонажа, в принципе, могут начинать атаку, да, могут инициировать, отлично магический прокаст. Неплохо, начало игры, скажем так, они фармить антимагу не дадут. Мидлейне у нас там тем временем Темпларочка против Магнуса. Ну, такое себе противостояние, оба побузят ботл, один через Шоквейви будет подфармить, второй через Рефракшн. На Темпларке уже хватает денег на ботл, мы видим. Или да, ой, скандал себе уже несет ботл. Ну и Рубик понял, что на нижней линии ловить нечего, пошел кангать. Так, пойдет цеплять скандала. Ну, скандал уже имеет скивер, да, поэтому как-то зацепить его будет, наверное, сложновато. Просто решает помочь Темпларочке, вот так вот немножко погонять этого Магнуса. Ну и на топ-линии. Медуза против Брюмастера. Ну, или да, уже начинает активно юзать свои Мистик Снейк. Активно фармится Пок, Рейсбенд. Ну, все то, что мы уже видели. Сейчас потихонечку постоит, там купит себе Персеверенс. Дальше артефакты будут появляться. Так, у нас теперь Whitebird с Пантифспином или Дана заходит. Whitebird спалился. Или Дана его находит. Начинает настреливать. Неплохо так пробивает. Змейку еще запустил. Ну, как-то так. Так, что демон видит аппарата. Перемещается один без Огрмага, поэтому Флаффенстафф, думаю, особо-то не пострадает даже после дисрапшена. Но решил лишний раз не подставляться. Посмотрите. Но вот все-таки СНА поняли, что нужно делать, и Whitebird сразу, чуть ли не с первых минут, смещается на ту линию, где находится Медуза, и пытается мешать как-то Медузе фармить. Наверное, даже где-то есть смысл оставить антимага в соло, что он уже, в принципе, в соло линии стоит. Смотри, что делают. Аша пытается забрать, Аш. Блинк пока не тратит. Сейчас ушел. Вот, и все-таки организовать полноценную триплу на топ-линии. Вот, как раз смещается Флаффенстафф. Ой, Иллидан разменивается по ХП. Иллидан. Как аппарат бы сейчас пришел, с челлингтача одну тычку сделал, Иллидан погиб бы. Все окей, опять же стоит вард, все эти передвижения вард видит. И Иллидан уходит на базу. А, ну и Лил тоже понимает, что Иллидану фарм нужен, смещается на топ-линию, будет помогать. Туда же, видимо, скоро и Каблак потянется, Каблак с сапогом, ну вот третий. Второй, видимо, гнайт. Что в миде? 11 на 5, Темплар Ассасин, скандал у нас 13 на 4. Красоты более-менее равные, ну да, опять же, шоквейвы, с другой стороны, рефракшены. Может быть, в плане, опять же, вот сравнения двух мидеров, наверное, стоит отметить тот факт, что Магнус немножечко поактивнее смотрится, то есть он начинает раньше реализовывать себя в игре. В принципе, даже уже без даггера может начинать врываться куда-то, да, то есть при получении 6 уровня, при получении реверс полярити. А Темпларочке же все-таки нужно побольше. Она уязвима помимо того, что от левел, так еще и от шмоток. То есть так просто не пойдет, никого не заберет. Есть хейст, смещаются опять же суппорты, пытаются как-то вот наводить шухер на всей карте. Так, контроль руны, скандал поднимает, баунти руну. Темплар к нам теренем инвиз. Ну, 7 крипов у антимага это плюс. Это плюс, потому что 15 крипов, например, у Иллидан. То есть здесь керри герой команды Virtus.pro Polar пока переигрывает керри Никсов. Но это очень важно. То есть, если разница хотя бы будет в один в артефакт, Медуза будет намного сильнее антимага. Ну и то же самое наоборот. Антимагу нужно много средств, чтобы убивать, скажем, эту Медузу. И Медузе тоже нужно будет много, чтобы сливать антимага. Так, заходит на стереминг Каблак. Нет, инициировать не стали.
Очень интересно посмотреть именно на скиллбилд этого Аша, да, то есть это антимага. Если зачастую мы видим каких-то антимагов китайской версии, то есть все вкачивается на один, потом максится плюсики, то в данной ситуации, видимо, упор сделал на блинк Аша и предусмотрительно прокачал еще и Spell Shield. Ну, действительно, магического прокаста достаточно много в Virtus.pro, и как-то вот эту часть урона нужно, конечно же, доджить. Ситус атака пошла на Whitebeard'а, на развороте, Chilling Touch, Cold Feet, First Blood, зарабатывает Зигаблак. Даже если Зигаблак помрет, он все равно останется довольным. Еще и пытается время выиграть для своего пака. Вот. Максимально далеко пытается уйти. Но тут Темпларочка будет встречать. Зигаблак должен помирать. Успел купить только ТПшку себе, ну и в принципе это достаточно. Так. Так, у нас теперь Брюмастер против Медузы. Начинает драться. Да, по диганам особо ни одна из команд преимущества не получила. Так что все ок. Единственное, что может быть плюс, что Аш получил экспу за фраг, да, и получил ассист. Количество денег себе захватил. Промэншилд колечко себе покупает Аш, левел 5, скоро появится уже Мановойд. Если вообще он будет его на 6 уровне вкачивать. Смысла особого в этом пока нет. Так, на этот раз Хейст достается Магнусу. Есть РПшечка у Магнуса, и через одного крипочка у Скандала будет уже Аркан Буцы. У X-Майка пока нет Primal Split'а, тоже немножко экспы не хватает. Whitebeard будет сейчас эту экспу воровать, как Fluff and Stuff. Знаете, специально ушел за рейндж получения экспириенса, за крипа, чтобы вот все-таки X-Майк смог получить Primal Split. Теперь Primal Split получен, суппорты прожали смог, и давайте посмотрим за этой вылазкой на Медузу. Главное, опять же, зацепить хотя бы телекинезисом. Будет телекинезис, потом Primal Split, и можно будет, в принципе, Медузу сливать. Ринг Факвилла есть у нас у Лидана, есть колечко, левел 6, габлак на подхвате, если что. Пак ПТ 0 талисман Magic Stick. Ну и у нас вот чувствуется, да, начало такое же, как было в предыдущей карте, то есть нулевая активность просто от обеих команд. Так, атаковали суппорт. Здесь оттягивается Шаду Демон. Чиллинг Тач пошел. Есть Cold Feet. X-Mike тоже рядышком. X-Mike должен давать клэп и Primal Split. Надо сразу Primal Split видим. А теперь Fluff and Stuff спокойно бывает габлак. Нет, крипов, что суицидится Fluff and Stuff. В надежде пошел там. И смотрите, реверс полярити. Ой-ой-ой-ой-ой. Да это же тимплей. Это же великолепный тимплей от Virtus.pro. Что они сейчас сделали? Боже, Лил. Лил, такой Лил вообще. Вы поняли, да, всю суть эпика? Реверс Полярити дает скандал, хочет подвести Брюмастера к своим тиммейтам, дабы забрать. И Лил тут кидает Disruption Брюмастера и просто-напросто его сейвит. Да, отличная игра. 2-1, бывает. Такой фейл, конечно, достаточно эпический получился. Ну что, 8-я минута встречи у нас уже позади. Продолжаем смотреть. Брю, 1100 монет, левел 6. Так, Баунтер он забирает себе TC. Есть фейзы. Какие-то такие вот немножечко хаотичные перемещения от обеих команд. Если вы посмотрите на миникарту, то Габлак уже, наверное, вот по этой реге раз в пятый до сюда перебегает на 8-й минуте. Пытается, конечно, подловить противника на ошибке, это оно понятно. Вот тут скандал, кстати, девартит. Встречает его здесь темпларочка под рефракшеном. Скивер. Ух ты, чуть у нас Магнус не просел. Но благо хп хватает, плюс еще есть, видим, Regeneration. И теперь здоровенький, целехненький. Продолжать будет стоять на мидлейне. Так, Бент Фолвенскин у нас у Медузы. Это, видимо, сперва ПТ. X-Mike у нас сапог ботл. Не умирал ни разу благодаря Лилу, поэтому 1200 монет сверху имеет. Ну и будет терпеть на Даггера. Так, про антимага мы немножечко забыли. Антимаг у нас продолжает фармить. После колечка он нафармил себе аж целых 677 монет. Ну вот я не знаю, то есть уже опыт у СНЭ, они знают, как будут играть в Virtus.pro, то есть что будут фармить, кто будет фармить и сколько будет фармить. Я имею в виду сейчас время, да? Поэтому, может быть, все-таки потерпишь аж до Мидаса. Вот я особо сам не сторонник, конечно, покупки вот этих вот Мидасов и в любых ситуациях, но вот в данном конкретном случае это может сработать. Время Shadow Demon, Disruption Soul Catcher подвозит Темпларочку, Габлак накрывает станчиком. Сбили Refraction, теперь уже пробивает с руки TC, просветку получил, реверс полярить, как же много потратили, чтобы забрать TC. И таки даже Габлак чуть не умер. Но все-таки забрали фраг у нас ребята из Virtus.pro. Ну вот, заработали почти 500 монет. Икспы почти 1000. Так что нормально.
Аж сапог покупает себе. Снова контроль руны. Скандал. Аж. Так, Магнус все-таки забрал иллюзии, мы видим на топе баунти руна, Габлак туда не стремится. Габлак левел 5, и скоро появятся уже мультикасты, и опять же и урна на подходе в принципе должна быть. Да, вот урна уже есть. Может, Актерина Иксмайка пошла, так и есть у него Primal Split, сразу же его юзает, ну что ж, и кирпич сразу вылетана. Темпарочка здесь дает замедление, подняли пока вьюльчик жду демона, и ульта от Иллидана, конечно, да, ну Иллидан здесь своим ультимейтом себя просто спасает. Еще на развороте настреливать этим DCC. Еще одно замедление пошло. Soul Catcher, Shadow Poison от Лила. Ох, скандал опять проматал своим скиром. Хотел подвести, хотел сыграть очень красиво. Пошел клэп, накрывает, видим Бремастера. Лил пока еще живет. DC пытается забрать этого Лила, забирает таки его, но помирает сам. Размен 1 в 2. И опять же, это размен на руку Virtus.pro. Отдать суппорта за мидера и оффлейнера — это очень крутой размен. Нам графики сейчас должны это, в принципе, доказать. Да, так и есть. 1500 опыта сверху прилетело. Неплохо, неплохо. Ну и видим, что уже Пак купил себе дагер. Фобус красавчик. Фобус опять же отыгрывает без каких-либо нареканий. 1-0-2 КД на 12-й минуте. ПТ-0 талисман. Magic Wand. Все, что нужно. Ну и скандал тоже на подходе к дагеру. Уже осталось всего лишь там 600 монет. Еще и тавр только-только упал. Тоже неплохо. Теперь осталось 400 монет. Ну и пока в целом начало за Virtus.pro. Чувствуется, уже играет немножечко посвободнее, не зажатие, как это они делали в первой карте, да, то есть чувствовалось там немножечко какой-то дискомфорт в игре. Сейчас вполне расслабленно, перемещаются суппорты, какие-то ганги, замесы устраивают, все то, что Virtus.pro делают обычно. Да, вот сейчас находит Fluff & Stuff, Disruption, Soul Catcher, станчиком сейчас накроет Габлак, ну и Fluff & Stuff здесь, конечно, отъехал без каких-либо шансов. Фраг всего лишь на суппорте, но и тоже приятно. Убить суппорт — это дело хорошее. Персференс у Аша все-таки пойдет в Battle Fury. Уж у Лидан Шторм Рейджа там тем временем тоже есть уже персференс. Если мы сравниваем двух вот этих вот кири героев, видим, что преимущество Иллидана над антимагом составляет уже 1600 монет. Что на 12-й минуте достаточно серьезно уже. Ну и при этом Virtus.pro не останавливается на достигнутом, продолжают урочки пробивать. Пока у нас под угрозой один тавр снизу, не стремятся идти туда никсы. Отдают тавр. Сознательно тут, видимо, на эту отдачу. Так, Фобос тут у нас контрит Максит Микрит. Ушел на арбе. Дагер появляется у Магнуса. Но вот два дагера у команды Virtus.pro Polar. Самое время, по-моему, к активным действиям, да? По кулдауну реверс полярити, дримскойла, просто залетаем и фраги. Надо клепать станки. Так, Fluff & Stuff спину завершил зайти на Иллидана. Иллидан уже откатился. Его Stone Gaze. Ну, в прошлый раз уже оценили никсы. Да вообще они вторую карту подряд уже оценивают. Этот вот Stone Gaze от Иллидана. Все время как-то у них не очень хорошо получается. Они вроде хотят его убивать, они залетают, дают прокасты. А тут одна кнопка от Медузы и все. Все ваше стремление, весь ваш запал такой на убийство пропадает. Улетучивается. Давайте посмотрим графики пока. Ну, видим, 5000 преимущества у Virtus.pro есть. По XP 3000. Неплохо. Летит у нас какие-то Tranquil Boots, судя по всему, Габлаку. Или, может быть, ШД. Лилу, да, ШД. Так, и здесь реверс полярити. Аша подцепили Soul Catcher. Гостаном накрывают. Какой же классный рассказ получился от Virtus.pro, а? Ну вот, ошибался несколько раз скандал, но теперь, очевидно, поправляется. Теперь врывы на дагере и там скиверы очень-очень успешные получаются. Ну и забрали антимага. Это круто. Ставится пауза. Тут меня просят показать куру. Какую вам куру показать? Что тут курьер? Генина Редхорф. По-моему, это не крутой какой-то курьер. Сноуль от Fluff & Stuff. Не знаю, какие дефолтные куры, что вам курьер. Да, ну пауза от SNA, видимо, тоже какие-то проблемы все-таки. Тяжеловато. О, X-Maxi Dagger подносит, кстати. Ну, не самый быстрый. Была все-таки одна смерть от Бремастера, ну, более-менее. 14 минуте. Сейчас, тем более, у него фулл мана, фулл хп, поэтому можно ворваться куда-нибудь.
реализовать. То, что попытаться, конечно же, своего Брюмастера. Тут уже, конечно, очень сильно Ильдан пробивает Эльштапаришт, отгоняет его. Змейка 4 уровня, Монашил тоже 4 уровня. Сплитшот пока не качает, да и смысла от сплитшота пока тоже нету. Не давили почему-то Тавр у нас ребята из Virtus.pro, хотя вроде сделали там фраг, и по идее этот фраг нужно было зафиксировать, просто-таки закрепить путем сноса Тавра по нижней линии, но решили в мид сместиться. Так, ну может быть в миде получится кого-то зацепить. Можно было цеплять темпларочку, но почему-то не стал впрыгивать у нас Фобос, был Дримскойл, был Дагер. Чего-то испугался. Может быть просто без своего скандала не хотят идти. Отпушилась очень сильно топ-линия, а что аж сразу смещается, что подфармить и под смоком. Под смоком будет заход в бочину их смайку. Так, вопрос теперь как смайку. Успеет ли он нажать Primal Split свой? С другой стороны, скандал не хочет рваться без реверс полярити. У нас делаются стаки. Скандал ты должен видеть. Прекрасно видит, да. Ну и надо, наверное, как-то у противника эти стаки отобрать. Что-то интересное задумали у нас Virtus.pro. Итак, где же ваши впрыгивания различные? Ну, пока решили забрать стаки. Но хоть так. Shadow Poison, Shockwave, Warp. Ну и давай последний, дай Shockwave. И забери это все мясо. Хорошо, красава. И тем временем смещение от Никсов. Но очередная попытка. Теперь уже такая достаточно полноценная, дорогостоящая в плане затрат ресурсов. Попытка для убийства Иллидана. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько будет успешных. Смайк прыгивает, Primal Split сразу юзает. Пошел у нас Ice Blast, налетает на Иллидан. Иллидан дал у нас теперь. Скандал по троим, хорошо. Посмотрите, какой прокат, видите, с Фобусом они организовывают. Цепляют троих. Забрали пока только двоих, Иллидан все-таки погиб. Но и здесь Тиси тоже должен помирать. Где просветочки? Шоквейв неточный. Смайк теряет Primal Split, улетает на Даггере. И Тиси просто убежал. Ну, должны были убивать троих все-таки ребята из ВП, но суппорты со смоками, в частности Каблак, подошел слишком поздно. Ну, тогда размен получился не самый крутой. Двух суппортов разменяли на керри героя Никсы, и это для них плюс. Ну, мы смотрим индивидуальный творц и понимаем, что кор героев Virtus.pro все равно фармят получше. В любом случае, даже при таких раскладах преимущество сохраняется у Virtus.pro общекомандное. Вот видим по нетворцу сколько, видим сколько по XP. Но, правда, Аш получил ассист. Для антимага каждый ассист и каждый фраг, конечно, на вес золота. И покупает себе сразу клеймо. Ну и теперь 1000 монет осталось до покупки Бродсворда. Естественно, для полноценного БФ. Но это антимаг, который фармит ради фарма. Да, фарм ради фарма. То есть купит БФ для того, чтобы фармить покруче. А теперь налил. Атака пошла. Лил. Ох ты, как вольно лил. Даже не стал ничего давать. У него было дисрапшн, все остальное. Думаю, что да, ну и нафиг, я лучше просто пойду ему. Че тут микрить стараться? Время выигрывать для себя. Если можно, просто спокойненько подохнуть. Ogre Club, скандал. Пойдет БКБ. И вот дождались на среднем. Аж, ой-ой-ой-ой, подставился под Гейс, точнее, от Иллидана. И скандал тоже пришел, помог. Антимага наказали. Пак тиренем Рубика наказал соло. Это хорошо. Это Фобос молодец. Имеет сколько там? 3-0-2. Ну вот первые игры, если вы помните, кто смотрел обновленный состав Virtus.pro еще в составе VMI, когда они играли по тегам, нам везет, мы играем, не очень был заметен Фобус, прямо скажем, достаточно такое затруднительное у него было возвращение в профессиональную дотасцену, но вот сейчас я наблюдаю вторую карту уже, ну в рамках этого матча, да, это тоже смотрел за играми Virtus.pro Polar и вижу, что Фобус прям вот растет на глазах в плане, опять же, индивидуального скилла, микроконтроля, там, командных действий каких-то. Потому что исполняет пока на уровне, на очень хорошем уровне. Посмотрим, как пойдет у него дальше. Так, очередная попытка забрать Медузу, но это, не знаю, Иллидан. С того момента купил себе Ultimate Torp сверху, немножко инфармил до Легенд сверху. Смайк прыгивает, Клэп, Primal Split, Габлак будет пытаться помогать, залетает Ice Blast. Без дэмэджа просто эффект висит. Темпларочка тоже заходит. И скандал! Боже, опять смотрите, всех на скиверите и на РП. На реверс полярите и РП. Да. Минус 3 уже сделали. Смайк ловит станчик. И его тоже будут убивать. Дает клэп по четверым. Это, конечно, крутой клэп. К сожалению, он его, наверное, не спасет. Прыгивает скандал. И добивает. К
как же четко отыгрывает на скандал. То есть такой байт на Медузу срабатывает уже во второй раз. Триплкил он наследил. Вот, и... Ну, главное, что скандал очень вовремя приходит на ТП-шках. Его распалярит, эти скиверы. Просто потрясающе, конечно. И 15-4. И теперь уже счет выглядит разгромным. Разгромным. У СНА большие трудности. Если в первой карте, например, как-то... До 40 минуты, может быть, было еще ничего не ясно. Но вот здесь уже... Исход, по-моему, уже предрешен. Ну вот, да, уже графики сразу же скатились вниз. Преимущество составит уже порядка 10 тысяч. Это Virtus Pro по деньгам, по XP около 9 тысяч. Ликвид Сфера. Если ошибаться, Virtus Pro не будут, они эту карту должны довести до логического конца, до своей победы. Ну, и это будет для них просто шикарнейшим началом в рамках своей группы. Dota Pit Лиги. Я, ребят, вам еще раз напомню, пока ничего не происходит, что на сегодня запланировано два матча. То есть один матч мы сейчас с вами досматриваем. Все время, смотрите, заходит Фобос. Ну вот, вот тот Фобос. Суппортов просто щелкает, как орешки. Видим, что немножечко SNA так приуныли, что ли, потеряли мораль. Не самые обдуманные действия, не самые обдуманные перемещения. Результат, конечно, такой небольшой фит. Так вот, первый матч мы с вами досматриваем. Второй матч у нас начнется в 21.45 сет, то бишь 22.45 по Киеву, 23.45 по Москве. Грубо говоря, после этой каточки... Ну, смотря, когда она закончится, конечно, но... Будет, наверное, все-таки небольшая пауза. Ну а дальше. Дэниел, команда. Команда новая товарища. Кто там у них в составе играет, сейчас я вспомню. Блин. Я же даже и забыл, Дэниел там кто-то играет. Бывшие... Короче. Вот у меня память отшибла. Сейчас вам скажу. Ну да, Сошка, да, точно. Факенмед, Сошка, вот эти вот ребята, Фунзи забрали себе новый состав и катают под тегом Daniel EU. В принципе, там у них такие более-менее игры были. Часть из них я тоже вроде смотрел. Будут они играть против ребят из Hellraisers, против Дреда и компании, против Artstyle. Очень тоже достаточно такая элитная каточка должна быть по системе Best of 2. Так что имейте в виду, дорогие друзья, в перерывах постараемся что-то там послушать музыку, может быть, что-то разыграть. Среди подписчиков канала, так что оставайтесь с нами. Ну, по-прежнему еще карту не досмотрели, так что давайте продолжать. 22-я минута встречи, 16-4, еще теоретические шансы у ребят из SNA, конечно же, есть. Мы их заранее не хороним, но надо им сейчас просто сделать что-то невероятное. Уже какого-то стабильного исполнения здесь не хватает. Здесь уже нужно что-то из ряда вон выходящее, здесь нужны какие-то нестандартные мувы, нестандартные перемещения. Ну и вот смогут ли сейчас найти в себе силы SNA? Мы поглядим. Ну, HBF себе нафармил, конечно, пытается фармить дальше. Теренин зацепили X-Mike, DreamScoil по двоим. X-Mike большие проблемы, РПшечка цепляет двоих без шансов. Просто без шансов. Скандал, на всякий случай, еще прожал БКБшечку. Ну и видим, что и антимагу спушить параллельно тавер не дают. И фармить не дают, ни драться не дают, ничего не дают. Делать Virtus Pro. Итоги боя смотрим. Ну, 1400 опыта, 500 монет заработали. Неплохо. Так, темпларочка была Яша, теперь есть Митрил Хаммер плюс есть Огр Клаб, то есть будет делать БКБ. Ашу тоже, конечно, очень много артефактов нужно. 22 минуте он всего лишь собрал БФ. Это достаточно слабый тайминг, прямо скажем. Две смерти, конечно, вообще никуда не годится. Ну, сейчас должны быть что там? Владимир, Манта Стайл. Это вот такой стандартный джентльменский набор на антимага. Ну, а дальше по ситуации. На дэмэдж баттерфляй, на выживаемость Тараску, может быть, БКБшку по случаю собрать. В общем, надо что-то. Лил. Хорошо, дисрапшн. Сол кетчер. Там все-таки иллюзии скинулись по одной тычке, так немножечко лишили маны. Антимага. Недостаточно. Потом, конечно, Shadow Demon, скажем, ой, X-Mike так вывозят. У X-Mike Primal Split есть, должен его юзать, клэпает, Primal Split. Залетает также Ice Blast, эффект Ice Blast'а выходит Габла, хотя тоже Габлака зацепила. БКБ скандал, тэп-аут. Дэмэджа не хватает. Ну, а Фобос тем временем продолжает щелкать противника. На этот раз убивает антимага, Disruption в темпларку, Shadow Poison, Demonic Purge и ТС уходит. 19-4. Не расслабляют. Не расслабляют Virtus Pro Polar своих оппонентов. Постоянно на каких-то промежутках. Каких-то частях карты устраивают экшен. Сбудутся. О, Элитан где-то у нас тавер сломал. Элитан красава. Элитан снизу, видимо, тавер собрал, да, и пришел на топ-линию.
Есть Легенсфера, есть Яша, ну, Манта Стайл дальше. Потом Скади мы знаем, а потом Рапира. Интересно, успеет ли он в этой карте Рапирку прикупить? Или все-таки игра закончится немножечко пораньше? Очень интересное положение занял Whitebeard. Посмотрите на Даггера, со спины решил зайти. Такой опасный ассасин, ассасин-убийца Рубик. Но ДП у него есть, случай, конечно, тавр прилетит. Айсбласт или Лидан накрывает, или Лидан, в принципе, особо не почувствовал. Залетает Дранкин Хейс. Манта уже есть у Лидана. Ну, вот так вот. Так вот просто взял и забрал тавр. Ну что, никсы, давайте хоть какой-нибудь экшен. Потому что если так вы будете пассивно играть, у вас, в принципе, шансов не будет никаких. Надо подраться, надо попытаться какие-то, не знаю, интересные мувы продемонстрировать. Но иначе как-то грустно все будет. Последний внешний тавр принимается убивать Virtus.pro Polar. Опять же, стоит просто Иллидан, и в наглую тавр этот бьет. Кто помешать ему не может. Кто и не хочет ему мешать. На терене Хекс уже есть у Пака. Каблак с поинтбустером прежним бегает. Есть медальон в Курейдж от у Демона. Ну, в принципе, Рошан-то жив, и Рошана можно забрать сейчас через медальку. Опа, хорошо, скандал через Респалярь пытается забрать Аша. Будет стан Каблака, мультикаст, хорошо срабатывает. Скивер и вдвоем, да, захватило прокаста, чтобы слить антимага. На терене пытается забрать у нас Иллидан, Иллидан. Стоун Кейс, прожал. И уходит спокойно. Ну как спокойно, конечно, маны его лишили, это, конечно, здорово. Темпларочка дальше прыгивает, кирпич залетает, Иллидан-то может хоть и умереть. Потеряли там, правда, Рубика уже. Скандал пытается хоть как-то помочь, Иллидан погиб. Забрали Иллидана. Забрали еще и Шадоу Демона. Ну вот, неплохая драка. Правда, минус аппарат сейчас. И скандал отвозит Темпларку. С иллюзиями. Начинает с ней разбираться. Габлак подходит сюда. Мультикаст двойной заезжает. Есть Игнайт. И Фобус возвращается в игру. У нас, смотрите, минус Темпларочка. Ну и Xmaik остался. Ну и КГ пишет на Slav & Staff. Ну да. В этой карте уж совсем ничего не получилось у ребят из СНА. Ну, скажем, все решилось в тот момент, когда два раза подряд SNA попытались загангать Иллидана на топ-линии, да, залетали, в общем-то, и в итоге просто нарвались на какой-то байт. Ну и опять же, в этой карте, конечно же, отличился у нас товарищ Скандал на Магнусе, отличный реверс полярить по четверым, опять же, во время байта Иллидана, в общем-то, все было отыграно круто. И вот он, Скандал 9-0-7, заканчивает игру, опять же, Фобос, не забываем про него, тоже отлично исполнял, 8-0-5. Ну и вообще, ребята из Virtus.pro сегодня выглядели явно посильнее, чем SNA, в общем-то, спасибо обеим командам, спасибо Virtus.pro за Медузу, за Спирит Брейкера, спасибо за Рапиру, в общем-то, такой достаточно насыщенный матч получился. Не знаю, как вам, мне понравилось, в общем-то, но, опять же, как я говорил, это матч не последний на сегодня, а последним, заключительным, не последним будет матч у нас между командами Daniel Esports против Hellraisers. Матч начнется, сейчас вам скажу, через 45 минут, у нас такая достаточно продолжительная пауза будет. В перерыве, опять же, как я уже говорил, мы с вами послушаем музыку, пообщаемся в чатике, и я пытаюсь как-то организовать розыгрыш каких-нибудь сетиков среди подписчиков. Так что, да, ребят, фоллоуйте канал, на котором вы смотрите, будет вам за это большой респект. Подписывайтесь на канал, конечно же, получите элитную иконку, там доступ к 8 смайликам, Immortal в подарок по акции, в общем, много всего полезного. Вот, чекайте мой паблик vk.com/adekvattv, твиттер тоже чекайте, чекайте официальный сайт dotapita, dotapita.com, в общем-то, там всю информацию основную вы найдете, ну и если будут какие-то вопросы, задавайте, конечно же, ссылочки тоже у нас продублированы в чатик. Да, ребят, небольшая пауза, ну как, 45 минут, в общем-то, и будем рваться на второй матч. Далеко не разбегайтесь.